Сереж, что для тебя школа? Для меня будущее до сих пор. А школа для меня семья. А что еще? Друзья. Согласна. И новые знания. Возможность сказать в камеру хоть пару слов. Да, и собраться, как сегодня. Ну, еще школа, это я попытался бы назвать это знаниями, но, скорее всего, это тот опыт, который ты получаешь в общении с друзьями, с преподавателями. Согласна с тобой полностью. Я хотела бы пожелать школе процветания, чтобы было больше студентов таких же, как и мы. Чтобы наши связи разрастались по всему миру, и мы, может быть, захватили этот мир. Я, честно говоря, наполеоновских планов не желаю школе, а желаю качества хороших людей. И, наверное, чтобы... Вроде есть уже первая история, когда выпускник попадает на... Дети выпускников попадают на программу, чтобы внуки наши захотели учиться в Стокгольмской школе экономики. Поддерживаю полностью. Начнем пока с наших детей. Ну, как минимум, возможность попасть в алюмни, который... По скромным оценкам составляет уже несколько тысяч, а по нескромным лучшие люди России, хочется сказать, хотя у нас есть представители других стран. Приходите к нам за будущим. Приходите к нам за эмоциями, потому что у нас действительно очень крутая команда и очень крутая семья. Приходите к нам, не пожалеете.